Атар, что ты знаешь про Яну Кошкину и что ты с ней можешь не, и ну что почему? О ней можешь сказать? Егор вполне ну, Егор... интересуется девушками, Яна ну, Кошкина. Я всегда думал иначе о Егоре, ну ладно. Вот с кем мне приходится работать, блядь. Яна Кошкина, итак. Яна Кошкина. И вы имеете в виду, отжарил бы я Яну Кошкину, исходя из своих поэтических и эстетических, с огромным, так сказать, удовольствием и полным вкладыванием всего того, что мне принесло восьмикратное увеличение демографического процента населения. Полностью поддерживаю. Яна Кошкина. Но! Но! А я нет. Нет, давайте я объясню. Давайте я объясню. Давайте я объясню. Яна Кошкина – это продукт массовой культуры. А я слишком хорошо знаю массовую культуру. Поэтому увольте. Отдаю ее парням из Воркуты на поругание. Я знаю хорошо девушек из массовой культуры. Как тебе такое, Алена Водонаева? И я хорошо знаю. Ну как? Конечно, когда видишь такие формы, о которых теперь не скажешь, сисяры, буфера, блядь, уже новая этика. Но ведь, пацаны, согласимся, что хочется зажать свой отросток между... Ну как? Ну об этом говорить-то нельзя. А Шаповалов, ему снится только это, как он зажимает сиськами свой отросток. И он только этим и живет. И это высшее предназначение парня. Знаете, какое соревнование было у нынешнего главы Фонбета Анохиной? Дальше. Все, дальше вопрос. Хотел рассказать про Штромбергера, а потом вспомнил. Кто знает Штромбергера? Давай.